пришли в еще один храм буддийский. Куча различных фресок здесь. Портреты людей. Вот. И входим в целые залы фресок. Ух, какая дверь. Сейчас я даже сфоткаю это. Нам монах проводит по территории здесь. Много всяких картин таких. Красиво. Тут тоже. Скользко? А вот, смотри под ноги. Интересно, да? А ты видишь, где свет поступает? Да, да, вижу. Right? Yeah. Капает сверху. Окей. На стенах фрески. Зеркало смотри. На улице дождик, сюда протекает вода. Рискольско. Left side? Buddha food. Buddha food, yes. Стопа Будды. Ну, таких пещер мы еще не видели. С разрисованными стенами. Да, донейшн. This is Ukraine. Ukraine. You Ukraine? Yes, Ukraine. Ukraine? Yes, yes. Boyarka. 10,000 rupees. To see her, 10,000 rupees. Yes. Sukur Yuri. Yuri. And Yulia Boyarka. Poland, Czech Republic, Slovakia, Germany, Czech Republic. Yes, yes. Here? This is there. Такие узкие коридоры. Блин, смотри, здесь скользко. Да.
вошли в зал такой с фигурами. Прикольно сделано, да? Good. Биг Будда. Окошко видно большого бомбу. Там, смотри, какие двери. Двери такие древние. Вообще. It's a lucky tree. Okay. Lucky tree. Mm-hmm. Yes. Поднимаемся наверх на Самонахом. Второй этаж проходим. Идем выше. На улице дождик идет. Поэтому поднимаемся к Будде. Тоже такие залы везде. Иди, иди вверх. Мы выходим на самый верх. Ух, красиво как. Вот сама площадь здесь прихрамовая с лотосами. Вот это да. Огромный Будда. Так, ну, в общем-то, на видео все сняли.